Ассаламу алейкум, қымбатты футзал жанкерлері. Қазспорт телеарнасында Елеу Кап 2023 футзалдан халықаралық турнирі және ақтық бәсеке финалдық ойынды назарларыңызға ұсынбақпыз. Көріп отырғандарыңызда әмінекей ойын алдындағы соңғы даярлық жұмыстары Сайран Арена спорт кешені еліміздің бас қаласы Астана төрінде дүбірлі дода 4 күннен бері өтуде және соңғы шешуші ойынға да келіп жеттік. Максим Гагуев. Ақпаша. Сергей, ортаға пас, Левин. Ал енді қазір 2-1. Ой, есеп 0-1. Дастан командасының ойыншысы 77-ші нөмірдегі Айдарбек Абдыжалилулу. Қарымта шабулдан есеп ашты. Дастан Бішкек. Столица Мәскеу 0-1. На уровне Абдыжалилулу. Здесь не получился удар Левина. Как-то начал уже заваливаться заранее, пытаясь подстроиться под мяч. Тут же контратака. И Абдыжалилулу с левой ноги пускает мяч под ногой Гагуева. И поражает таким образом ворота. 1-0. Выходит вперед Дастан. Прислушивались вчера, будучи на арене. Ну и вот Абдыжалилулу, вы сами видели празднование. Как раз-таки Сандри Коре состоялось. Но 1-1 уже. Тут же стандарты – это сила столицы, безусловно. Сравнивают Дмитрий Волков. Типично для футзала, где очень много действий приходится совершать игрокам. Столица! Это Руженцев. Фантастика. Вот это перекидка. Да, вот так передача верхом. И Руженцев гениально ловит мяч. И бьет в дальний. Счет становится 2-2. Только взгляните. Вот она подача. Да, и Абдыжалилулу не успевает. Не очень понятно, за кем там смотрели. Вдвоем почему-то свалились на Волкова, а Руженцева забыли тут же. И Дастан! Какой момент сейчас упускают кыргызстанцы? Матч — это финал Елеу Капа. 21-й розыгрыш, который проходит в Астане. Друзья, жми 4 минут, если мы только что заметили. Взглянув на табло. Руженцев через центр. Удар и гол! Как просто! Как просто Георгий Потехин открылся. Руженцев нашел его, а тот справа опять от штанги в дальний угол. Кладет и делает счет 3-2. Дастан подсбавил обороты.